Друзья, всем привет, с вами снова я, и это очередной обзор обновлений движка CMS Store Engine. В этом видео мы посмотрим с вами дополнения, которые появились за последние дни, и я хотел бы сразу продемонстрировать вам то, что работа над движком активно продолжается, и, как вы видите, в каждом видео панель управления сайтом становится более современной. В ней появляются дополнительные функции, модули, которые вы сможете испытать, попробовать, если скачаете данный движок с официального сайта. Напомню, что он абсолютно бесплатный. Что нового появилось в панели? Появилась новая функция, которая позволяет вам контролировать позиции определенных товаров, чтобы вас не запутать, скажем, проще. Допустим, у вас в системе уже существует большое количество товаров. Вы добавили несколько сотен товаров на сайт, их достаточно много, и достаточно трудно ориентироваться в этом количестве, чтобы их редактировать, как-то отслеживать, менять местами, что-то с ними делать. В этом случае удобно данные товары помещать. У нас есть стандартный листик товаров. Чтобы сотни товаров все целиком не выводились на одной странице, они у нас разбиты по группам, до 10 товаров в каждой группе. И мы можем с помощью простой пагинации просто листать данные группы товаров. Однако бывает, что у товаров одинаковые или похожие названия, либо просто товаров огромное количество, их очень много. И в этом случае желательно иметь возможность их как-то отмечать. Специально для этого мы предусмотрели новую функцию «Помечать товары». А для этого достаточно поднести курсор начала строки с наименованием товара. И, как мы видим, мы можем установить галочки напротив любого товара. Галочки сохраняются напротив наименования. И таким образом вы можете удобно отмечать нужные вам позиции, чтобы запоминать их и позже перейти к их редактированию, либо чтобы данные галочки служили вам напоминанием о какой-то задаче там или для чего-то еще. Также мы с вами можем заметить, что при наведении курсора на ярлычок напротив наименования товара появляется его идентификатор. У каждого товара в базе данных свой собственный уникальный идентификатор, который в каких-то случаях может вам пригодиться. Также этот идентификатор указывается непосредственно в самой карточке товара, номер в базе данных. Такая вот фишечка, которая может вам пригодиться и послужить. Ну что ж, это было такое короткое видео. Обновления у нас появляются практически ежедневно. Движок активно развивается. Мы очень много над ним работаем. Повторяю, что движок абсолютно бесплатный. Вы можете скачать его с официального сайта и создать на нем свою интернет-витрину. Главное, чтобы у вас был интерес. Нам важно, чтобы вы проявили интерес и использовали наше ПО. В свою очередь, мы будем постоянно развивать систему и будем очень благодарны нашим подписчикам, тем, кто ставит лайки. Ну, а это видео я записываю не один, а со мной сидит молодой человек по имени Александр, который тоже хочет вам кое-что сказать. Добрый день. Пожалуйста, поставьте лайк под этим видео. И нам будет приятно. Спасибо. Ну что ж, друзья, до встречи и до новой записи. Пока.